Это Light Star, коллекция Savona. Смотря на коллекцию Savona, вы сломаете голову, выбирая между глубоким черным и светлым золотом. Я предупреждал, а процесс уже запущен. В коллекцию Savona входят овальная подвесная люстра, круглая подвесная люстра, подвесы и бра. Каждый из этих элементов дизайна добавит красочное звучание в вашем интерьере. Люстры, подвесы и бра состоят из множества металлических трубок разной высоты и удаленности от каркаса. На трубке нанесено глянцевое покрытие, в чем плюс – дополнительное отражение света. Подвесные люстры имеют две формы. Первая – овальная. Диаметр люстры 100 см, она рассчитана на 20 ламп. Вторая круглая, диаметр люстры 60 см, рассчитана на 10 ламп. За счет того, что трубки имеют разную высоту и разный диаметр, мы получаем такой кайфовый 3D-эффект. Представьте, если бы эти трубки были одного размера, одного диаметра, мы бы не получили такой необыкновенный дизайн. Я ощущаю мягкое и комфортное освещение. За счет своего дизайна свет становится мистическим. Я не знаю как, сами посмотрите. Что с креплениями? Все очень просто. Металлическая планка монтируется в потолок, от нее идет 4 троса и кабель питания. Люстра регулируется по высоте от 55 см до 168. Теперь не важно, какой у вас потолок, высокий или низкий. Подвесы Savona рассчитаны на 6 ламп. 3 светят вверх, 3 светят вниз. Внутри подвес установлена металлическая планка, которая разделяет верхние и нижние патроны. За счет расположения ламп мы получаем сквозное освещение. Ощущение, что свет проходит через подвес. Это идеально для высоких потолков. Подвесы выполнены в золотом и в черном цвете. И завершают коллекцию Savona Bra в двух цветах. Бра рассчитана на 4 лампы. 2 светят вверх, 2 светят вниз. На стене свет рассеивается и создает завершающий акцент. Savona – это яркое доказательство того, что свет – это лучший аксессуар. Это Light Star Savona.